щедра и богата своими сказаниями таинственная земля Уйкааль. Так в былые времена местные жители называли Камчатку. Устные предания северных народов через века доносят до нас отголоски древних знаний, опыта и веры. В мифах и легендах народов Камчатки Вселенная состоит из трех миров. Нижний мир, там, где правит Гаич и обитают гамулы. Срединный – мир людей и животных. И верхний мир – обитель духов. В работе камчатского мастера отражены верования древних северян, их представления об окружающем мире –